Да, действительно, в Сочи были впервые проведены командные соревнования Олимпийский лиг. Россия выиграла. Хотя мы ехали туда изначально за третье место. Потом федерация говорила, ну и специалисты говорили, да и сами спортсмены, ну, может быть, возьмем серебро. То есть никто не предполагал, что мы можем выиграть золото. Ну, когда мы выиграли золото, конечно, это был большой успех. Это дополнительный старт. Это дополнительные, конечно, силы. Но это очень здорово, что ввели такие соревнования, как командные, именно в Олимпийских играх. Это очень здорово, я это приветствую. Во-первых, еще разыгрывается дополнительный комплект медалей. И ты можешь на соревнованиях быть не однократным олимпийским, а можешь стать двукратным олимпийским. Либо призер. Поэтому это очень здорово.